Так Роман же не на планерке, он я левый, левой рукой его. Его клубишку трогаю, типа, правый свою. Слышишь меня, нет? Говорю, одной рукой романовским контролем, второй свой, собой. Кому там еще забирайте с него? Диман, ты легкий спот кобальта фармишь или нет? Я да, могу и пофармить. Я бы типа там постоял пока месяц. Давай я возьму тапок. И все. И это вполне устроит. Надо так кому-то прийти на линию и виндранерку гонять. Слушай, мне, короче, нужен легкий спот, чтобы это... И ладно, я на хард пойду, забей. Я, короче, сейчас поясню, зачем легкий спот. Ну, давай-давай, короче, пиздуй не, в хард. Пиздуй в хард, а я лечом, буду тебе крипов есть. Мне нужен товарищ снизу, чтобы ВР-ку гонять. Ну, пока Романа нет, он крипов будет есть, а потом... Что ж, ну ладно. Не знаю, что это значит, но плохо. Снизу хаст. Клопа там запуленная пришла. Бьем, нет, Верочку. Можем. Начинаем. Что творит, а? Отличная работа, Митяй. Ага, угу. Сейчас, погодите. Не открепал съесть. Я вернусь. Что съесть? Кого съесть? Припас есть. Как ты хочешь съесть крипа? Мечом. А? Понял. Можно почаще с ней такое делать. Сейчас онлайн пропушу, он на под тавером подбивает. Я делаю легкий отвод, смотри, короче, простой отвод. Беру с него второй левел и подпушиваю лайн. Потом захожу за тавер в это время, пока лайн пушится. И добро. Биваем ее. Добро, добро. Он вернется, наш лич? Ну, пока нет, я не знаю, то есть он нашел там с Вилатом куда-то чего-то. А. Я бы, кто уходит с Вилатом, они иногда не возвращаются. Вообще, что ли? Вообще. Ужасные истории какие. Вот ты матрицу когда я последний раз видел? Давно очень. А это важно? Задумайся, ну как бы, где он? Понятно. На руну сверху. Угу. А, я думал, ты про фильм, это не про фильм, оказывается. Короче, сейчас пропушу, можно по тавру убить. Я уже залетел, короче, будем считать, что. Клопа очень, блядь, жесткая. Просто. Это пиздец. Я и вард поставил, и обузил ботл там через поясом, через всю хуйню. Не спасает обуз. Да, сейчас сделаем. Хотя нет, давай подождем немного. Ну пачку ждем, нет, я просто сейчас пачку. Теряю всю хуйню. Просто две грибов. Это го? Давай. Excellent work. Я, короче, фаст ТП до базы. Давай. Блин, там Фурион успел на экспу. Ну, хуй с ним, зато я успел закупиться. Согласен. Что он делается? Ну, это просто пиздец. Альберт, ну левел у тебя есть, нормально. Угу.
В Индии это так важно. Ну это лучше, чем если бы у тебя его не было. Намного причем. Давай я тебя крипов буду есть, если хочешь. Да не, не надо. Нормально все будет. Да, мы тебя и контролишь там. Угу. Никогда не играл левой рукой на мышке. Удобно? Нет. Так и думал. Опа, за руна вниз пошла. Та-та-та-та-та. Он что-то не возвращается, так что осторожнее внизу. Вот здесь есть копа. Угу. Блять, она меня ищет. Нашла. Ну, короче, я походил, умер. Хотя, блять, поживем, увидим. Хорош. Я все равно, наверное, походил, догорю. Может, убьешь ее, типа, ладно, это вообще useless. Ну, такое, без тапок, без ничего, тапки только едут. Дред, дред. Как лоха. Ай, блядь. Это все рейдж, ебаный рейдж. Взял бы, типа, топорик. Да вот я и хотел взять топорик после захода этого. Пришлось только сейчас брать его. Умри, соска, блять! Патритузная нахуй лаг, блять! Соси мой хуй, Эдди! Соси его, блядь! Хорошо, как! Капец, ультом, да? Выходит, что так. Хм. Интересно. Та-та-та-та-та-та-та. Гноби, Альберт, гноби. Пэрочки тут руны чекают. Дай бог вам здоровья так в паблике потеть, ебаные ублюдки. А я кач буду, пожалуй. Как я и обещал. Ты смотри, стоит там, где тусуется ведь. Где это, убьем ее? Угу. Влезешь в меня? Че, подожди, я без палева. Можно и так напасть. Это не обязательно, да. Добей, так нападу. Боится. Ну, по-моему, она меня просто стрелой заприметила. Наверное. А ты смог снял с себя? Ну, типа да, я подышкой же пролетал. Понял. А, там еще комбинация, блядь, это Shadow Demon с подмой. Ну да. Обузят молодые люди это фигня. Угу. Отличная работа, Альберт. Давай же либо вышку заберем, либо я убью.
Сейчас вышку уже сломаем. Войск крипаем? Все, все, съел. И полетел. Замедляй, замедляй, замедляй. Там копа, походу, на низ пошла, там руна еще будет. Так что вы там забегаете, что-то не очень. Изи забегаем. Изи. А нет, все, она вернулась. Еще вышку заберем. Да, да. Ботл пустой, что она не забрала руну, что ли? Сука простуженная, блядь. Удар сделай, пожалуйста. Ага, спасибо большое. Так, все, медас есть, отлично. Так. Next пачка крип. Везде големы. Везде ебаные големы. А я приду, сейчас разберусь с ними. Давай, что мне уже надо бы даггер докупить. А ты богат? А, да, слушай, отличная работа. В центре есть ульта? Нет. А так не убьем? А ты её не маны нет, да-да-да. Ну, если схватишь... Иммунчик. Пусть знает. Здорово. Подожди, я пойду спасу нашего молодого человека. Давай-давай-давай. Дипов, мне кажется, он живет. Живёт, ох, да? Я ототрачу фаерфай на пачку. Куицу есть поднять? Лича есть сейчас. О. Лич поднял. Ты ливанул нахуй. Да мне кажется, и четвером можно справиться. Можем. Если мы с ним деньги-то имеем? И мы с ним денег не имеем. Нет. Она липалась? Да. И мана у нее где-то 50. Давайте я всеми на всякий контроль дам на лича. Ну давай. Ща. Много кнопочек надо нажать. Кстати, ты, получается, не уконтролил ее 5 минут. Он да? Минут. Ну, типа я дрался нормально так. Понял. Так, юнит и герой. Герой, 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 герой. Оп. Оля. Альберт, что творит? Так, 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 так. Давай сейчас снизу убьем. Давай. Сейчас попробую, я себе ТП-шку возьму. Я только за. Удобно обузить романа. Короче, если нужны ТП-шки, тоже покупать или чем? Ну, отлично. А ботл можно себе купить? Да, пожалуйста. А как это сделать? Купи мне ботл. Давай, в курице. Блять, двоечка, как клава далеко, лавка, ботл. Оп, готово. Спасибо. Я с даггером, Дарет. Понял тебя, но она не выйдет, она тебя увидела. Думаю, что да. Попы нету в мини. Может быть, в меня влезешь, я смог и в мид? Слушай, может быть. Давай. А ТП-шку тебе жалко нету. Я... Только ТП-шку сюда. Угу. Ты Кали готов? Угу. Развороте гейминг. Давай. На топ-руне у них вижен стоит. Угу. Меня смотрите, есть. И тавр, ребят, 30 секунд нету там. У меня ульт сейчас уже есть, второго левела. Нет у них больше вижена. Тут маска, скорее всего, на базу побежала. Очень приятно слышать вот такие вещи. Подмаш с ультой? Не факт. На вроде макс делать все скиллы. Опа, под хостой бежит. Помочь тебе нечем. Ты все, ты, кстати, убил. Да я, если я жду, чтобы он, блин, проебал.
Сейчас низ буду подпушивать, молодые люди. Драман полезная, а? Варды покупает. Инмейт там на два фронта хуярит. Грамотно, грамотно, Митяй. У меня 4 в топе. Хорошо. Ушла иногда, я встаю. Там ВРК, СД, Патма и Пахет. Лол. Вообще просто пиздец. Интересно, собираются ли они напасть на низ? Ну что, собираются? Но они уже у вас. Митяй, что-то, по-моему, перебор уже. Чё? Ну, потратили все магии, у тебя нет маны. Санёчек, да, сейчас к тебе прилечу, стрела летит. Чё, проблема-то? На два напала, у меня ещё было. Понял. Ты чё, я не видел, что ли? Она ж на карте появилась. Да я в макаю, да? Я без настроения. Просто тебя не смутило, что на таких хп пришла? Этим ёбаным дарксивером играть. Так, а снизу я не осилю? Наверное, нет. Бать, что у него? Чего он меня так больно всекает? Просто ПТ ебаная. С ТП сейвы там пошли уже, все дела прям мощно вообще. Щеборода. Да, Каспер, конечно, хорош играет. Лол, это просто пиздец. Ну, пизда. Слотар, молодой человек. Нужен этот, Фурион. Смотри, в куре. Понял, я возьму, наверное, сейчас пойду. Тебя, блин, мне еще тоже нужен этот... ТП-шка все-таки нужна. Брать не брать. Топ пушат. Будем ебашить их? Я пока не могу. Возьми ТП, Андрей, там флоу, тауэр и глиф прожал еще. Да, ну, быстренько, быстренько. До базы сейчас поеду. Только с энтри у меня, к сожалению, не будет. Хотя они мне нужны. Я возьму с энтри и тогда и ТП-шку. Сейчас мне Роман купит. Тебе нужна ТП-шка? Да. А, слушай, а давай. Фуря. О, спасибо. Бодро, бодро. Вард поставили сюда. Роман оформит? Я уже. Отлично, надо один хлопья забрать. Чё, все вместе. У Романа деньги кончились. Надо вышку сломать. Что сегодня фармит парень? Не кач. Пускай они фармят, сейчас сделаю себе тарасочку, дезолятор. Правда, с Фурионом что делать? Хотя что делать? У нас батрайдер есть. Будете в топе, нет? Не, в топе можно. Тут блядь, просто четверо. Я хуй знает, какая меня видит. Там все три стоит, с этих вардов нету. Что-то они, блядь, вообще что-то это. Не в пацанский играют. Серьезные молодые люди. Олег, инвиз нужен? Инвиз нужен? Ну, заберу. Слушай, а на ТП-шку там нет случайно? Пизда. Купи ТП-шку, пожалуйста.
Вот, спасибо большое. Да, ну пацанчики там здраво потеют, конечно. Здраво. Хотя и мы тоже такие... Ну мы не потеем. Прибедняться. Я потею вообще как сука. Ну правда, вначале только, к сожалению, не получилось. Но еще такой момент, то что нас четверо играет. Не знаю, стоит ли его отметить или нет. Хотя Роман придет обязательно скоро. Правильно? Да, будет чина. Да. Ну или не придет. Ну и не будет чайны. Блин, если бы у них тоже не было Shadow Demon, было бы приятно. Ну как, первый левел просто. Это как она так сыта? Это что, у них здесь что ли вард стоит? Здесь же нету нихуя. Ну судя по артефактам Shadow Demon, там у них везде варды стоят. Не, просто я все сломал. И тем не менее, они отходят по кулдауну. Где бы я ни появлялся. Будет что сюда? Подайте, а, кого они шли ебашить? Романа? Я сейчас просветить? Нету. Я могу не дать ему уйти, блять, могу. Лево горит. Ничего, засейвлю. Так. Ну я такой же поувереннее стал, Санчик, с изолятором, вот это вот все. Я не стал, у меня тут все беда. Да, но у нас, походу, только я вон стал поувереннее. Тут еще Фарион атакует. Просто пиздец. По кустам лотарчики бегают. У них вард у нас в лесу, видимо. Да нет, там, на... нет, нету там вардов, я все проверял. Это, можно ТП-шечку там еще лечом? А лучше две даже. Купил. Давай, пиздуй сюда. Спасибо. Можно тавр на меде сломать. Да, тут даем, типа? Ну да. Там забей очень чутяшка. Смотри, не поедешь. Да, я, пожалуй, отойду. Это все снизу шли. Угу. Да их где-то распидорасить жестко, подраться с ними. Нас растягивают по одному, ебашит постоянно. Какой-нибудь вот лотарчик нам бы трейдер бы. Жи. Мне тут это распидорасил. Вот, я говорю, вот по одному там ебут нас. Причем, ебаный Фрион ультал с билдагер. Не, ну там, я говорю, там в лучших традициях. Будет ТП на мид? Я нельзя пешком. Товар просто так отдавать. Пешком иду. Лечу. Андрей, а чё не побежал-то? Да, смысл бежать, у меня просветок нет никаких. На квапу. Пойдем вон туда. А, на квапу даст. Лол, чё я не побежал на квапу в натуре? Ебаный рак. С другой стороны, я с таким левелом резаюсь быстро. Будет чё вниз на Фуриона, пока он без этого? Не, у меня нету. Без хикса. У них и тут варды. Слушай, что ли? Потанчи, пожалуйста, я, если немного. Что, в инвизе, тут будет вакуум, стенка, ребят, можно нормально повоевать. Ну там Фурион идет. Здорово. Давайте, Паш. Мека сейчас будет. Дал. Да, их все-таки здесь вижен стоит. Опа, шип дал. Так, подожди. Лол, а его, оказывается, не убили в итоге. Да. Это была настоящая, Лол? Изи, я ТП-шку возьму вот эту.
Да, пожалуйста, пожалуйста. Это Романа. Там спасибо, две Роман. Штуки Романа, да. Если кому надо еще что-то, я давайте варды, наверное, возьму, смотри. И ТП-шку про запас. Все в куре. Ребят, надо низ как-то подать. Есть у кого-то? Нет. Не, я без ТП-шки, к сожалению. Увы и ох. Надо ли нам заходить? Нахарасить можно, рископы такие. Все, можно отходить. Нужно. Андрей, ну, специально отбегают. За мной бежишь. У меня этот есть. Ага. Не так пиздак отрывают, что просто ебать копать. Есть такое. Андрей, используй силу сильного льда. Да в пизду. Вот было, блять, почти что этот самый. Надо было отходить. Надо было, надо было. Там почти тараска была уже. А я психанул. Не, ну, ребят, ну для игры вчетвером мы неплохо справляемся. Ну у нас как бы варды хотя бы покупать этот. Роман. Назовем его так. МВП. 500 галды у него есть, типа, если что, докупит. ТП-шка есть в этом, в куре. Так, хорошо. Блять, думаю, продавать Quelling Blade, не продавать. Еще мне надо нахуй продавать Quelling Blade уже, и вместо него лучше не ТП-шка, даже дасты какие-то носить. Фариона вгрызаться и ему ебач раскрашивать. Это нормальная штука. Сентри возьму по такому поводу. Хотя не сентри. Купи Романом дасты, пожалуйста. О, спасибо. Слышишь, Диман? А? А может ты Романом просто выйдешь и нам монета будет идти за него? Могу или ну типа лол. Это, ну, это... Ну как бы ему уже дали Абадон. Ну да, просто у него нихуя там монету. 5 минут ждем, я ливнул. Ну все, нам капать-то будет. Ну, через 5 минут. И капать будет по чуть-чуть. Надо одного моба. Вот этого. На меде что-то тусуется. Это люди. Там настоящие свалило. Там настоящие где-то ушли. А, свалило, свалило. Лотар, походу, делает тоже себе молодой человек. Будешь, нет, на топ? Да. Я цепанул. Почему бы и нет? Видишь, знают, знают, ребята. Альберт, а подойди на секунду. Пойдем на рысь. А вот рысь, смотри. Не, на топе можно это рысь. Давай, давай, давай. Подожди, подожди, Андрей. Щит мне дай. Когда? Кого нашел? Щит, щит, ее просто. Так когда я же тебе сказал? Камень дал эту штуку. Охуеть. Из-за угла просто такая пехота ебаная выпрыгнула, блядь. Так, а тут что? Все ушли уже, да? Мы убили этого. Вот это хорошо, кстати. Он такой проблемный молодой человек. Блин, мне бы какие-то травала Shadow Blade на этого Фуриона атаковать. Я могу дать нее просветку. Через сколько там игра, слышите, ну, чё? Диман, через сколько игра? Ну, я думаю, мы не успеем. Часа 2-1.5, не помню. Не успеем эту игру так долго играть.
быстро. Можно жипери взять. Что там дота сейчас? Там долго будет, до утра будет. С этими техосмотрами еще. В смысле, до утра, там же Best of 5 всего лишь. Best of 5 и потом охуенно долгий 1-1 чемп с BO5 в финале, типа того. Понял. Блин, ну не знаю, как насколько это будет заходить, но. В Лотар ушла, папа. Да и молодец она. Ты хек сделаешь. Слушай, я. Чё, Гриш? Хекс кто-то делает. Ты не ты? Не, у меня не уже есть. Нас, кстати, отлично. Палят, Андрей, в стриме. А, да, ради бога. Блять, это борода. Видели? Я же говорю, палят в стриме. Курицу чё? Не было видно. Там бордов нигде нету, Андрей, поставь там... лайк, пожалуйста. Я хочу эту игру ебучую увидеть. Не, во-первых, не факт, что палят, во-вторых, этот, там копа в инвизе могла запалить. Да ты их, блядь, переоцениваешь слишком. Видишь, типа... Алло, ну, блядь, это просто смешно. Не там, где, блядь, постоянно, сука, блядь. Да 100% они палят, ёбаный рот. Возможно. Уебаны, я вас в рот ебал, ублюдки, сука! С ними еще и женщина играет. Тебя я тоже в рот ебал, женщина. Сейчас это школьники побегут тебя нагнетать. Пацаны, типа, а гем дайте, пожалуйста. Типа, да как ты мог, дам. Почекаю варды и дам. А может сразу? Ты же ее совсем не знаешь, Альберт. Как ты мог, блять, вот этого знаешь вот? Может, она хорошая. Алло, сейчас такие времена, даже имя не спрашивают. Можно просто так ебать в рот. Суровые времена. По-другому даже не скажешь. Угу. Да вообще что-то такое, пот. Не, ну жалко попались на таких задротов. Хотелось просто, ну, чисто там, разъебать кого-нибудь по фастику. А тут же сейчас еще как бы въебать можно на изичах. Ты посмотри, блядь, на эту хуйню. Посмотри, вот этот вот вард на 30-й минуте. Всегда же, блядь, ставится в пабе на такой минуте вард. Да. Что за ублюдки, блядь? Ёбаный рот, просто в шоке, нахуй. Угу. А это... Они против квантиков шпиля, да? Потом. Наверное, блядь. У меня тут ситуация, по-моему. Еще в пятером там умудряются бегать. Воу-воу-воу, просто. Я в ахуе, блядь. Та-та-тира-ти-та-та-та-тира-ти-та-та. Сидит такой, наверное, блядь, с лба вытирает. Блядь, полотенце. Мама, принеси полотенце второе, это воняет. Пиздец, срочно. Запускай машинку, стирай все эти полотенца. Я весь день потел, как ублюдок. Грязь ебаная из-под ногтей. Фу нахуй. Просто фу. Тебе, сука, в паблике до пенсии играть придется, уебан, блядь. Чтоб тебя заметили, мразь. Смотри, вот он смотрит и боится же в чат написать, что там завали ебало, да загрись уже на меня, ублюдок, так неинтересно. Сейчас со стенкой, блядь, я все еще сделаю, ну, ты подозреваешь, что они не это, не палят стрим. Да похуй мне. Подозреваю, что у нас появился хекс. Это заебись. Угу. Надо бы его собрать, ему нечего. Сейчас. Проблемы. Ты отписываешь сейчас, что... Что такое? Просто я не уверен, что я смогу тебя засейвить, если вдруг сейчас вот эта хуйня случится. Слушай, да я же плотный. Может вас подвести? Варты почекать надо. В нашем лесу. Пойдем пройдемся, что ли? Здесь варты. Как ты это знаешь? Доверься моему чутью. Понял тебя. Ты их стрим смотришь? Нет. Так, сейчас погоди, подожди. Видишь, наебался. Чутье-то у тебя такое.
Слушайте, а может нам самим тоже варды как-то поиметь? Хотя у них гем есть. Но стоят варды. Стрелы какие ходят. Таймик надо записать, где-то вот так там. Нет. 340. Так вот. Вот здесь был вард? Нет. Просто клопа вот так вот выпрыгнула, блядь, блинком сразу на меня блинкнулась. Что за хуйня? Как это объяснить? Необъяснимо, но факт. Она вот отсюда прыгнула на меня блинком, блядь, арчи дала, сразу начала меня убивать. Чтобы у тебя дети, пидор, в линейдж играли, уебан, блядь, лет 9, нахуй. Причем так плотненько, нахуй. На Баюме по 12 часов стояли. На X15, где стан работает, один из 20. 9 лет. 9 лет играет, блядь. И потом в армии, нахуй. В армию, блядь, в очекало там нырять, нахуй, по локоть. Искать там что-нибудь. Шишурудить. О, вард поставили. Значит, они там. Для правдоподобия. Значит, они там, поэтому пойдем. Пойдем туда. Поебемся с ними. Пойдем поебемся с ними. Завози сюда эту нахуй по тускуху. Я не буду не ультовать, она же прыгнет. Подал демон. Угу. Пацаны, надо бы не растягиваться. Сзади вас. О, стандартная связочка. Пацаны, осторожно, осторожно, осторожно. Не растягиваемся. У нас снизу уже горит. Помним, да, что снизу фурилен. Ох, ёбаный финал интернешнла. Ёбаный финал ёбаного интернешнла, точнее правильно сказать. Так и девка сидит же, понимаешь, потеет. Какого хуя? Ты же девушка, ёбаный, иди борщ вари, блядь. Кто-то она сидит, играет, блядь. Хочу, чтобы они на меня напали, ничего мне не давали и ушли в АФК, я бы всех убил. Вот так было бы норм. Да, был бы. Может быть, ганг-банк все-таки устроим? Гейндж-бенч? Смотри, они даже, блядь, не сплит-пушат, вот фуреончик появился. Оп-оп-оп, два крипца! Ай-ай-ай! Есть, есть, есть. Я богатею, я богатею. Сейчас мы, сейчас мы. Четверых за сплит-пушим, блядь. Будьте да, готовы, это, кстати, вообще грамотно. Слышите, чтобы я, когда они придут за мной, вышел и дал два скилла. Так, Митя, если что, я в тебя влезаю, если ТП на базу надо. А пока тавр убиваем просто. Договорились, Миктор? Вам пора. Ну сейчас тавр-то убьем хотя бы. У нас просто С2 сейчас уже угорит. Это еще нет, я... Пойдемте до конца. Давай, на трон, ебал я в рот. На фурена прыгаю. Давай. Блять, ну ебаный хер, смотри, убежишь. Распитарайся ты, суки, ебало, хорошо нахуй. Спасибо, Альберт. И выжил. А у тебя гем же был, да? Можно было просто еще не брать. Смотри, все поубегали, поубегали, блять. Господи. Рассосались, рассосались, все грамотно. Похуй, у них все линии запушены, сейчас все нормально, они нас не спушат. Все нормально, не паникуйте, не паникуйте. Пятерочки, пятерочки на буткемпе, такие пятерочки. Нет, там, по-моему, уже все собрались же, Роман с другого компа зашел. А мы, блядь, все ебашим. Ты видел, нет? Там Аегис не заканчивают случайно? Кому надо, ботл на базе лежит. Ага, спасибо. Ботл от Романа? Угу. Блядь, как звучит, как этот, хуйня от Гуччи. Че там, Митяй, на лотар у тебя накопится? Ну, еще штука. Вы там поаккуратнее, я сейчас вниз отдавлю, чтобы мы могли куда-то пойти. Вот ты, кстати, да, ты должен отдав... О, с даггером вообще шикарно.
Кстати, Миктор, я тебе дал этот... Я заметил, у нас стоп прогорает. Что же делать, как же быть? Надо пока Б варить, а не Лотер. Не, ну это они такие, они же сплитпушить будут. Просто ты БКБ соберешь, БКБ для драки, а они не собираются этим заниматься. Справедливо. Короче, предлагаю ботл на базе пусть лежит, и мы будем просто его юзать и, ну, отхиляться надо по фасту и выкладывать я обратно. Я вот реально давно в паблике не видел счет на 39 минуте 16-22, это блядь, не да опису. Это не паблик, ни хрена, это только название носит паблик. У нас тут вообще такой... Какой-то глозик, блядь. Это битва полов. Такой... битва полов. Одному молодому человеку в чате не нравится, как я отзываюсь о команде противника. Дружок. Дружок. Как в стиле раннего Вилата, я бы тебе сказал бы, что я с тобой делал. В стиле раннего Вилата? Да. Звучит заебись. Можешь просто выйти нахуй, там крестик справа нажать у себя на браузере и не смотреть это все. Блять, Альбер, ну там же ебаный рот, ну как ты можешь? Ты вот ничего не добился в жизни, блять, какого прощал хуя? Я его просто нахую, как какого блядь, хуя? Ебаный обруч, блять, жирная. Ты, блять, можешь так о них говорить, добейся хотя бы того же, что добились они. Чего, блять? Ну я тебе просто это, стандартного дебила из чата пародирую. Сегодня он один молодой человек позвонил, блядь, ему лет 12 было. Мне кажется, это такой же. Я хочу ебали, блядь! Слышишь, во! Сюда сядь, нахуй! Сядь сюда, ногах правды нету! Сел, нахуй! Дред, вылазь, Дред, ну ебаный рот! Пистолет тащи! Она с этим, слышишь, была? Слего, я знаю. Я пиздаю. Минус гем. Да, блядь. Ну там, благо, по-моему, следующий уже будет скоро. Да, уже есть даже. Они типа до 6 слотов не собираются выходить. Ну да. Интересный клоун. Дружище, я, кстати, тебя могу в скайп добавить и попиздеть с тобой. Не на стриме там. Можешь рассказать мне, как ты силен в жизни, мы куда тебя адрес. Там будет фраза, как он ебальник, блять, и прочее, прочее. Не поедьте на миде, окей? Угу. Та-тира-ти-та-та-та-тира-ти-та-та. Не, понял, там, по-моему, еще почти все пики. Вот, я уже насчитываю человек 7 в скайпе. Ребят, всех прям добавлю, буду со всеми с вами разговаривать. Адрес тоже дам и со всеми вами в реале, блядь, поговорю. На вокзале прям нахуй. Ребята, Бестлблейд по дешевке ни у кого нету. Нет. Почему Олег выебывается? Потому что меня бесит. Хуйло какой-то пишет, блядь, что ему не нравится, блядь, что я там несу. Слушайте, так иди нахуй не смотри, и все, тебя что, блядь, привязали к стулу, блядь. Сиди, Алика, смотри, пес. Что же ты, блядь, за спиной? У тебя выбора нет, и меня смотри, уебан, и слушай меня, не замутить микрофон. У тебя выбор. Алик, что же ты, блядь, это спиной им говоришь? Позвони каждому из их команды, блядь, и скажи им это в лицо. Слушай, инмейт, вопрос такой, а почему нам деньги не дают за лича? Да потому что, блядь, такой вот ММ сделали, ебаный. Жду тебя в скайпе, братан, сейчас я доиграю игру, я тебе позвоню, блядь, мне как раз надо убить что, ты время можешь эту хуйню записать потом, чисто для нас? Вот не на выложить, а для нас, чтобы мы поржали. Поехали? Давайте АФК станем, я хочу быстрее доиграть. Могу человек жаждет со мной пообщаться. Поехали или нет? Угу. Вижн есть какой-то? У меня гем есть, ну я в манер гене. Будет уже, блядь, ТП. Да, с гемом, конечно, жаль. Получилось грустно. У меня есть гем, но, блин, я не с вами. Ну вот, к сожалению. Может быть, Олег, ебаный, блядь, сюда, ты в лес. Что ты подразумеваешь, сука, под словом быдло, ты долбоёб ебаный, я сижу в доту играю, блядь. Какое нахуй быдло? Кончалыга ебаная, блядь. Просто хуй, который в чате что-то пишет, блядь. Что же ты одни мониторный, что ебать. Что же ты одни маты, а? Альберт. Маты, блядь, одни маты, ёптать. Вдруг я из села из какого-то вещаю сижу, блядь. Значит, быдло. Знаешь, блядь, быдло, на. Значит, быдло. Какое быдло, ты вообще пойди уточни, блядь. Ящер тупой, блядь. Что, поехали того? Как я грамотный? Я готов, я готов. Посчитался. Так. Мне кажется, я могу уже просто идти адвокатом по вражеским командам. Во вражеские именно? Да, да, ну типа за противника, то есть Альберт там хуесосит, допустим, а я просто защищаю рандомными фразами из чата, о, вам пизда. Ну ты понял, Альберт. Я быстрее игру хочу закончить. Все хотят.
Как они меня бесят, потому что да? Я в Найкса против этих могучих сплитпушеров не верю. На самом-то деле. Вниз, 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 вниз. Идем. Ну, у меня нету ТП-шки. Да нет, 7 места. А не Рошана тут, походу, ебанутая вообще. Слушай, он может уже есть он. Покидай на меди щитов, посмотри. Не, Рошан есть. Ну, пойдем. А база? Ну, вылезай, вылезай. Я пожил. Андрей. Ты добавил молодого человека и говорит, сука, добавь меня в скайп, ник Алёша, 1998. Дружок, я тебя усыновить могу, блядь, 98-го года, нахуй, рождения. Низ-низ, товарищи. А потом утоплю, нахуй, где-нибудь в реке, блядь. Потому что, нахуй, ты такой нужен вообще. Нихуя себе, напали на меня, ребят. Да, у нас низ горит. Выжил? Лол. Это, мне кажется, сказывается то, что у нас четверо в игре. Не считаете так? Угу. Надо все равно... Да идти. Давай уже снесли низ, давай вверх уже додавливай, блядь. Пытаться. Додави его, блядь, додави как прыщик его, блядь. Так, атака. Жду тебя в скайпе, хуесос кривозубый. Нихуя ты меня обидел, братан. Вебку включу, тебе свою челюсть покажу в 32 зуба. Тебя просто разводят на вебку, Алик, не ведись. Потом, блядь, первое свидание с этим школьником, и вы уже в одной постели. Он нежно гладит тебя за сосцы, и ты весь горишь. Затем он открывает твой рот, надо такое придумать, блядь. Засовывает туда свой анус и начинает испражняться. И ты это ешь. Инмейс. В Киеве нормально кормят? Ну так. Давай, слышь, прилетай сюда. Ты с гемом, я ДПшу. Мне кажется, мы сработаемся вместе. Ну просто полтопа до упора, в пизду их. Сами придут. Да мы сейчас просто по миду пойдем до упора, скоро чувствую. Ну тут пора, нет? Ну сейчас. Мы Романа возьмем первый левел. У него, кстати, 200 уже есть. Абусал мне нужен. Ты около меня просто тусуйся. Постарайтесь не умирать, сейчас пойдем скоро уже в пизду. Заканчивать это говно. Алик, так поехали с нами. Ребятки реально потеют, как реально последняя игра в жизни просто. Да пусть и жопы отсосут, пиздец. Они... Да мне кажется, они просто слышали стримы. Могли сломать 30 минут назад, заебали, блядь. Слышали стримы, ну, в курсе то, что у меня очень горело, и мне хотелось выиграть. Ну, на да. Самом деле сейчас я побил крипов, мне не так сильно уже горит. Школьник боксер. Ну, ребят, там уже фейковые ники в скайпе какие-то пишут. Кто реально хочет попиздеть, я дам свой пацаны, скайп. Надо контакт на свой. Середочку. Поговорите со мной, что ну, вы пусть там. Пусть на середочку, пойдем, трогай. Расскажите, блядь. А мы не успеем, были. Я без какая этого. Разница, блядь, пойдем. Все, понял. Алик, ебаное быдло, блядь! Не, они быстрее, слышишь, давай ТП на базу. Какая? Нет, тут. Можете что-нибудь другое сказать, смысле, кроме слова быдло? У кого есть? И я мы сейчас повоюем, давайте. Развивайте свой словарный запас как-нибудь. Давай, я сделаю ТП вообще. Пойдем, пойдем, пойдем. Алик, сделай ТП. Делаю ТП, а, слышь, меня сбили, тут их двое. Прончик ломают. Вот этого давай. У вас там их всего трое будет. Нас застрелили. ГГВП. Блин, они еще пишут ГГ, учитывая то, что это 4 на 5. 4 на 5? Отвратительно. Решили засплитпушить просто. Что это за люди такие? Кто вы? Покажите лица, откройтесь.